Часто встречаю примеры, когда пациентки рассказывают, что принимают комплекс омега-3-6-9. Но в этом, с моей точки зрения, нет никакого смысла и может быть даже вредным. Дефицит омега-6 жирных кислот встречается крайне редко. Речь чаще идет скорее о переизбытке. А этот переизбыток и дисбаланс по отношению к омега-3 чреват развитием хронического воспалительного процесса в организме. У большинства людей действительно есть недостаток омега-3 жирных кислот. И эти жирные кислоты нужны для хорошего состояния сосудов, для нормальной работы головного мозга, для хорошего состояния сетчатки глаза, для хорошего качества кожи. Омега-3 действительно большинству людей может быть рекомендованы, но в разумных количествах. Стратегии, которые предусматривают прием очень высоких доз омега-3, не имеют подтверждения исследований. Кроме того, есть абсолютно достоверные данные о том, что избыток омега-3 в виде добавок может приводить к нарушению функции печени, к нарушению жирового обмена. Особенно, если у пациента уже есть какие-то особенности, например, генетические. Также не стоит принимать омегу-3, если есть проблемы с работой желчевыделительной системы, желчным пузырем. Следующий шаг, убедившись, что по здоровью ограничений нет, это проанализировать свой рацион. Насколько он богат рыбой? Может быть, вы часто едите морские водоросли? Или, если это пока не так, то с удовольствием начните это делать. Почему я так подробно останавливаюсь вначале на противопоказаниях и на альтернативах приему именно омега-3 из добавок? Из-за своей популярности, востребованности на рынке не так просто купить действительно качественный БАД омега-3, который действительно способен улучшить обмен веществ и общее состояние организма. Многие добавки омега-3, в первую очередь из экономии, производят из печени рыб крупных пород. Так получается дешевле. Но эти рыбы в течение своей жизни накапливают, особенно если они живут в теплых морях, большое количество ртути, других тяжелых металлов. Вы можете в добавке вместе с омега-3 потреблять большое количество таких металлов. Производители БАДов, напомню, могут обещать на этикетках практически все, что им хочется или выгодно. Нам остается верить им на слово. И не только в вопросе, из каких сортов рыбы сделана добавка, но и по содержанию, собственно, нужных нам жирных кислот, за которые мы платим деньги. Так что я призываю в очередной раз. В первую очередь стремитесь составить грамотный рацион. Добавить в него достаточное количество омеги-3 естественным путем. И только если понимаете, что с питанием не решаете эту задачу, или если есть показания по анализам, нужно принимать омегу-3 в виде добавки.